этого вы сможете, например, рыбачить или ходить под парусами. Мы сделаем достаточно и лодок, и велосипедов. Вам не нужно будет владеть чем-либо. Все это будет доступно к использованию, без лишних вопросов. Вам на самом деле нужны не деньги. Вам нужен доступ к тому, что необходимо в жизни. Бывает так, что девушка встречает богатого парня, и он дает ей доступ к тому, что ей требуется. Люди продаются просто потому, что им нужны для чего-то деньги. Я это называю проституцией. Даже в школе многие уже продаются. Затем поступают в колледж, а потом у них еще и долг в 40 тысяч долларов за обучение, когда они выпускаются. В проекте Венера нет ни долгов, ни налогов, ни денег. Так что вы сможете учиться тому, что вас действительно интересует.